Приветствую вас, друзья! Сегодня около 15 часов на военном аэродроме 43-го истребительного авиационного полка ВКС России, который расположен в поселке Новофедоровка Сакского района временно оккупированного Крыма, прозвучали несколько хлопков с выделением большого количества тепла и света, после чего начался процесс задымления. Это... На этом аэродроме находились рашистские Су-30М, Су-33, Су-24М, которые использовались для нанесения ракетных ударов по югу Украины, а также другая военная техника, склады с боеприпасами и ГСМ. Российские пропагандисты сразу же заскулили, а Министерство обороны РФ заявило, что произошла детонация нескольких боеприпасов, в результате чего жертв нет, а техника не пострадала. Как можно верить в такую чушь, увидев фото и видео происходящего? Помните, когда крейсер «Москва» приуныл, то Министерство обороны РФ также заявляло, что там просто произошел пожар, а жертв нет. Но как все было на самом деле, мы с вами прекрасно знаем. Вот вам и связь. Ракетный крейсер «Москва» атаковал ракетами Украину и в итоге утонул. А с аэродрома в Новофедоровке взлетали самолеты, которые также атаковали Украину. И в итоге аэродром задымился. Все логично. Однозначно по аэродрому был нанесен удар ВСУ. Но если мы посмотрим на карту и измерим расстояние от Новофедоровки до Николаевской области, где стоят ВСУ, то увидим, что оно составляет примерно 220 километров. Так чем же ВСУ могли нанести удар по аэродрому оккупантов, находящемуся так далеко? Скорее всего, это были оперативно-тактические ракеты «Атакамс» с дальностью полета до 310 километров, которые Украина так давно просила у США. Вероятнее всего, ВСУ эти ракеты получила и первой целью выбрала именно этот аэродром. Ну ладно, оккупанты врут по поводу этого аэродрома, а как интересно они будут выкручиваться после последующих перелетов, которые несомненно будут. И мне интересно, а где же хваленное российское ПВО? Может быть, в порыве страха все его переместили к Крымскому мосту? Также в местных пабликах жители Крыма сообщают, что в сторону аэродрома едет большое количество скорых. Это, наверное, потому что жертв нет. К тому же на видео видно, что взрывы происходят на большом расстоянии друг от друга, что исключает возможность подрыва нескольких боеприпасов в результате нарушения мер безопасности, как заявляет Русня. Ну что ж, друзья, сезон Крымской бавовны 2022 официально открыт, дальше будет больше. Поэтому, пока еще не поздно, рашисты еще могут успеть совершить акт доброй воли и покинуть полуостров.